Фестиваль альтернативных культур «Здоровая нация» уже в который раз заполонил студенческий сквер города Чебоксары. Его организаторами традиционно стали фонд «Чуваши» и администрация Московского района города Чебоксары. Сегодня здесь, в студенческом сквере столицы, проходит фестиваль альтернативной культуры «Здоровая нация». Популярный опен-эйр приурочен ко Всемирному дню защиты от табака. Организация досуга без вредных привычек, а также профилактика табакокурения и наркомании – вот главная миссия мероприятия. Фестиваль нужен прежде всего для того, чтобы показать ребятам, что отдыхать можно вовсе не только, употребляя алкоголь, табак, просто гуляя без цели, да, а проводить время с пользой. А любителям рока и рэпа стоит подойти ближе к сцене. Ведь это мероприятие открыли известные молодежные коллективы города и победители прошлых фестивалей. Также свою работу развернули уже ставшие традиционными площадки. Это граффити, брейк-данс, хип-хоп, уличный баскетбол, фитнес-площадка и, конечно же, байкеры. Новинкой этого года стали мастер-классы по здоровому питанию, самообороне и рукопашному бою. А также по занятиям хендмейд и современным танцам. Я веду здоровый образ жизни, но я не вижу тому смысла курить и пить. Вместо этого всего я лучше возьму себе там кефир и так далее. Выходят все те же самые деньги. Паркуром я занимаюсь весьма давно, уже с подросткового возраста. Мне это очень нравится, это новые знакомства, новое движение. В общем, я люблю паркур. На территории сквера работает автобус здоровья, так что все желающие смело могут измерить объем своих легких и определить их возраст. Ну, там страшно было. А, я не знаю, что там было. Ну, я теперь боялся, думал, что там мне укол будут делать. Это мероприятие, конечно, нужно же нам, чтобы народ знал, народ не пил, не курил, чтобы занимался спортом. Достаточно хорошо отношусь к данному виду спорта, ну, вообще ко всем. Сам спортсмен, не курю, не пью, поддерживаю спорт. Распространение альтернативных видов молодежного отдыха без табака и курения – вот главная задача фестиваля. Ты сторонник здорового образа жизни и хочешь провести свободное время с пользой, тогда у тебя еще есть возможность попасть на фестиваль. Он завершится в 10 часов вечера. Ведь главное желание, а альтернативу можно найти всегда. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.